На самом деле, так редко можно встретить человека, с которым хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть, даже просто молчать. Которому не страшно повернуться спиной и понимать, удара не будет. С которым легко и просто, и не нужно изображать из себя непонятно кого. Когда можно быть самим собой и понимать, что это чувство взаимно. Такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко. И оттого я не цени, и поэтому так больно и страшно терять таких людей. Судьба порой играет с нами жестокие игры, посылая нам таких людей, а потом отнимает. Давая тем самым понять, что ничего не вечно в этом мире. Цените таких людей. Если судьба сделала вам такой подарок, постарайтесь сделать все возможное, чтобы не потерять этого счастья.